Он не любил кинематограф. Сегодня я надену деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь. Стой! Убью, студент! Ты на что царская морда намекаешь? Семенов, водку будем? Водку? Водку. Считаю на трех, а потом как дам боль. Это не серьезно. Это тебе не мелочь. По карманам ты. Хочешь большой, но чисто любви. Да кто же я не хочу? Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Минуточку! Будьте добры, помедленнее! Я записываю! Пацан! Какие балды у меня здесь! Контрабандой конца возьмут! При свидетелях, когда за него пожизненный цикл возьмут! У тебя в голове мозги или кью? Кончай филоний, дядя Вова! Короче, Склифосовский! Кто свидетель? Я! Ошакочила! Оружие на пол, руки за голову! Всем лежать, можно пол! Лакали наши девушки. Тебя посадят, а ты не воруй. А потом вас там публично выборют, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег. Здесь? Да. Огласите весь, пожалуйста. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.